Борисов Олег Олейник, Бородін Олександр Іванов, Слободянин Валерій Степанович, Смолко Олександр Сергійович, Шабалін Віктор Володимирович, Шавшуков Георгій Миколайович. Сегодня здесь мы все собрались, чтобы разделить скорбь и память, почтить воинов, погибших в Афганистане. Украинский выбор, как организация, и как каждый человек из украинского выбора, мы полностью разделяем эту боль украинского народа, из всего советского народа, по тем людям, которые, молодым парням, которые погибли на этой войне. Вот светлая им память. Сегодня мы собрались отдать дань памяти нашим детям, нашим братьям, боевым товарищам. И мы с украинским выбором, потому что мы верим в него. Это будущее нашей Украины. Изатурин Валентин Фердинандович, Кудим Сергей Сергеевич. Вспоминаем наших ребят, которые остались там. И видим старых друзей, товарищей. Ну, вот, собственно говоря... Уже нет той страны, как бы, но осталось боевое братство, остался дух, понимаете, дух того времени.